Служебная собака-спасатель из Уральска стала призером республиканского конкурса «КАСС-СПАС-2024». Лабрадор по кличке Джесси не раз помогала в поиске и спасении пропавших людей. Зимой после взрыва в кафе под завалами разрушенного здания ей удалось отыскать человека. Альбина Кумаргалиева побывала на учениях кинологов. Служебные собаки незаменимы в тех ситуациях, когда времени, чтобы найти пропавшего живым, очень мало. Вот уже 8 лет лабрадор Джесси помогает местным спецслужбам находить потерявшихся в лесу, степях и на техногенных объектах. Работу четвероногих сотрудников высоко ценит руководитель оперативно-спасательного отряда Рашид Нургалиев. В зимнее время с собакой мы выезжали неоднократно. Незаменимы ввиду того, что проходят те места, где невозможно визуально увидеть, например, пострадавшего. А собаки идут на запах. Собака способна учуять запах человека на расстоянии в несколько десятков метров. Чтобы убедиться в этом, мы решили провести небольшой эксперимент. Сейчас я спрячусь, а лабрадор Джесси попытается меня найти. Уходим как можно дальше. Теперь ждем. Ищи! Джесси понадобилось всего несколько минут, чтобы сдать импровизированный экзамен. Чтобы добиться таких результатов, кинолог Асан Ниязов готовил своего хвостатого помощника практически с рождения. Тренировки несколько раз в неделю на поиск человека и на работу в условиях техногенной аварии, например, обрушения стен. Зимой в Уральске произошел взрыв в кафе. Под завалами оказались люди. В течение 10 часов там находились. Джесси пробралась под разрушенные плиты, смогла обнаружить человека. Она не отходила от него несколько минут и громко лаяла. Вообще собаки могут почувствовать запах, даже если пропавший находится на глубине 2 метров. Вместе с Джесси на службе в ДЧС трудится еще одна собака по кличке Илай. У каждой свой характер и стиль работы. Они неоднократно подтверждали свое мастерство на республиканских сертификационных испытаниях. Например, в сентябре Джесси отличилась в соревнованиях КАСС-СПАС-2024 в Алматинской области, завоевав призовое 2-е место. Альбина Кумаргалиева, Ербол Медагалиев, Эльдар Аюпов, 24 КИЗ, Уральск.